Любители лихой езды и нарушители правил дорожного движения, добро пожаловать в нашу программу. Неравнодушные к хамству на дорогах автолюбители по-прежнему активно используют группу «Автохам» в социальных сетях. За минувшие 7 дней у нас снова накопилось множество роликов, которые зафиксировали вопиющие нарушения элементарных правил дорожного движения. Не теряя времени, переходим к их обзору. Итак, поехали. Перекресток Царьградского и Воскресенского проспектов. Одному из водителей невыносимо приспичило взять и развернуться прямо сейчас. На сигналы светофора этот горемыка даже не удосужился посмотреть. Вылез на перекресток, уперся в кроссовер. Вдобавок ко всему, едва не раздавил пешеходов на зебре. Зачетный автохам, которому самое место в нашей программе. Еще один любитель проскочить на красный проявился на перекрестке Советской и Чехова. Тут уж практически без комментариев. Все стоят на запрещающий сигнал. Прошли пешеходы, проехал грузовичок. И тут, вдруг откуда ни возьмись, появляется легковушка. Даже не сбавляя скорости, водитель проскочил пересечение на красный, чем ввел в большое изумление очевидцев. Серьезный человек, без шуток. Выезжать с прилегающей территории тоже надо уметь. Водитель иномарки, если и умеет, то по-своему. Проскочил между стоящими на светофоре машинами и вознамерился повернуть первым. Красный свет его совершенно не смутил. Торопится человек, сделал нужные покупки и спешит насладиться ими дома. Весьма уважительная причина для того, чтобы наплевать на правила дорожного движения. Красный свет для BMW не помеха. Вылез за стоп-линию, потихоньку-потихоньку стал продвигаться дальше. Еще чуть-чуть, а там и зеленый загорелся. Большая машина с мощным двигателем заставляет по-новому трактовать правила движения. Если нельзя, но очень хочется, то значит можно. BMW рулит. Хорошо, что на этот раз без непоправимых последствий. Каждый развлекает своих детей по-своему. Водитель за рулем посадил маленького ребенка к себе на колени. На замечание очевидца отреагировал злобным выговором, дал по газам и укатил. Детей, конечно, надо баловать, но только не таким способом. По всей видимости, мотивация проста. С нами ничего не случится. Дай бог, чтобы так и было. Свою лепту в череду безобразий автохулиганов внесли и водители маршруток. Ну как же без них? Перекресток Мира и Карла Либкнехта. Стандартная процедура. Первый стартовал на красный и ловко перестроился в соседний ряд, а второй и вовсе влез не со своей полосы и попытался повернуть под шумок вместе с общим потоком. К сожалению, такие вещи на наших дорогах уже стали практически нормой. Нарушители проживают не только в столице. В Волжске тоже есть лихачи, которым плевать на правила дорожного движения. Перекресток Ишкаролинского шоссе и улицы Прохорова. На светофоре красный. Водитель легковушки все это без разницы. Он лихо пронесся на запрещающий сигнал и повернул налево из правого ряда. Красавчик! Если вы за рулем и вам не все равно, что происходит на наших дорогах, то снимая на регистратор или телефон те или иные случаи хамства и пренебрежения правилами дорожного движения, вы можете выкладывать их со своими комментариями в социальные сети ВКонтакте в группе «Автохам». А мы расскажем о них в нашей программе. На сегодня это все. Доброго всем пути и удачи на дорогах.